Hello, guys! Всем привет! Я только что была на YouTube. Я рисовала, и как раз можете на YouTube посмотреть видео. You can see video on YouTube. I just recorded my painting on YouTube in English. Только что. И вот решила сюда выйти, чтобы вы знали, что я рисую. Вот ведь можете посмотреть другие видео. I paint and here I started to paint my glass paintings. Я только что начала рисовать картины на стекле. Вот вторую сейчас начну рисовать. И хотела показать, как это все выглядит. Вот мои краски, вот мои бумажечки. Ну, это контуры. Это вот первая фаза. This first phase. Так, я продолжаю говорить по-русски. Вы можете вот это видео, ну не это видео, это я сейчас в прямом эфире, посмотреть на YouTube. Там я по-английски говорю. Guys, in English I talk on YouTube. Please take a look on YouTube. So, same video. I started to paint on glass paintings. Now I talk in Russian, because I have many Russian people here. You can see in English on YouTube. So, я хотела сказать, что я вот сейчас рисую вот этими, вот в этой маске. Это маска специальная у меня, чтобы рисовать контурами по стеклу. Потом высохнет картина. Вот она сейчас. Она высохнет. Потом, через день, через два, прихожу, надеваю другую масочку. Вот у меня такая маска есть. Это специальная маска, которая закрывает глаза, нос. И вот вот такими красками буду рисовать на стекле. Продолжу. Ну, потом все опять высохнет. Еще два дня пройдет, три дня. И начну рисовать третью. Это когда я уже все нарисовано, уже все высохло. И я уже оформляю красивыми контурами. И потом что получится? Сейчас вам покажу. Тут еще у меня только начальная. Получается вот такая вот красота. Вот. На стекле вот такие вот картины. Но когда солнце светит, то можно красиво посмотреть, как это выглядит. Сейчас не видно. А скульптуры? Или вот у меня вот такой есть размер. Смотрите. Вот такой размер. Сейчас я вам покажу, чтобы было видно. Сейчас сзади лампу поставлю. Видно? Не, не видно. Ладно, это нужно... Смотрите в моем магазине, у меня вот линк есть там в профиле. И вы можете посмотреть линк. You can see link above in my profile to my glass paintings. And you can see my paintings, photos with shadow. Of sunlight. В магазине у меня там линк в профиле, вы можете посмотреть тень. Какая тень красивая, когда вот солнце светит, и вот когда стекло, и когда тень падает. Это вообще крышеснос. Beautiful. Wunderschön. So. Верепин, Малерин, Мария Мараховска. Bit crazy? No, no. It's talent, talent. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich spreche drei Sprachen. Seht ihr, no? Englisch, Russisch, Deutsch. Live-Übertragung aus Berlin. Normalerweise muss ich auf Deutsch sprechen. Aber dadurch, dass da so viele russische Menschen sitzen und hören meine Videos und... Все равно на каком языке говорю, там все равно будет перевод идти. Ладно, видите? Много-много говорю, а надо работать. Поэтому все, заканчиваю. Я просто хотела показать, как это все выглядит. I want to show you how it looks. I continue to work. With ля-ля-ля, бля-бля-бля. I cannot work. Sorry. So, peace. Красота спасет мир. Смотрите за моим творчеством, наблюдайте. У меня очень много картин. And follow my art and music here or on YouTube or Instagram. It would be great. Thank you very much. Подписывайтесь на меня. Смотрите мои картины. Слушайте мою музыку. Я буду очень рада. Спасибо всем. Vielen Dank.
Так, сейчас нужно узнать еще. Так, ничего, самое главное, не испачкать тут.